Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами вновь идем в магазин низких цен, в Светофор. Посмотрим новинки и ассортимент, город Курск, улица Димитрова, 66. Желаю всем приятного просмотра. У меня кто-то спрашивал недавно в комментариях, где можно купить самоклеящиеся 3D-панели, кирпичики из вспененного полиэтилена. Смотрите, на Димитрова они есть. Я думаю, что их здесь много, потому что стоят узкие вот такие короба, ну и видно, что они в них лежат. Приходите, смотрите, потому что многие писали, что не могут найти по Курску. Напомню, что какой у них размер, 70 см на 77 и на 3 мм. И отзывы очень хорошие, положительные большинство, бюджетно. В общем, смотрю, что здесь также много очень всего. Все прям в огромном ассортименте. Бочки с гнетом разбираются со скоростью света. Их вообще осталось штук, наверное, 7. По 455 рублей на 20 литров они пищевая емкость для засолки. Я как-то не показала в одном ролике эту емкость. Мне сразу начали писать, почему не показала. Ну, в предыдущих показывала каждый раз. Ну ладно, посмотрим. В общем, еще раз сказали показать. Идеально просто для квашения продуктов. В общем, закваске подлежит отлично. Ну и надо сказать, что грибы мне писали, здесь делали. В общем, капусту. Хорошая вещь за такие деньги. Ну и идем с вами дальше. Много разных контейнеров вижу. Очень удобно для организации дома. Ладильная доска. 748 рублей. С подставкой для утюга и подрукавника. 122 на 34,5. Максимальная нагрузка указана у нас с вами 10 кг. Два положения высоты 0,7 и 0,8. Еще и цвет можно ее выбрать. Неплохая тоже писали. Прямо находка для экономных людей. У нас всегда магазины полные. Это всегда очень радует. Конечно, хотелось бы побольше новинок видеть на полочках. Но хотя бы не пустые полки, то это прекрасно. Много завезли салфеток для уборки универсальных вискозных по 32,50, 15 штук в упаковке, размер у них 25 на 30 сантиметров. Многие хвалят, но ворсинки они все-таки оставляют, смотря какая поверхность. Но по такой цене знаю, что очень хорошо их разбирают. В разных цветах они у нас завозятся. Так, идем с вами дальше. Что мы еще с вами давно не видели, сейчас найдем. Кто-то просил показать цветную посуду, которая именно не из стекла цветная, а сделана из керамики, но вот такая какая-то необычная. Здесь в Светофоре только вот эту серию вижу и нахожу. Делает Китай, это керамика. Салатник 56,50 стоит на 510 мл. Есть еще вот такие вот бульонницы. Смотреть, конечно, надо. Брак проскакивает по данным моделям, но в целом я вам скажу, сделано очень хорошо, их разбирают отлично. И здесь тарелка у нас считается глубокая на 54 рубля, а бульонница перед этим 75, вот те вот, которые показывала. Это то, что касается цветной посуды. Может быть, еще что-то привезли. Ну, здесь лежит это стекло уже, а сделали акцент не на стекло конкретно. Тоже симпатичные тарелки. Даже, я бы сказала, немножечко такие, как глубокие. Но она считается десертной. По 35 рублей 19,5 сантиметров. Цвета все, которые были представлены в этой линейке, сейчас есть в продаже. Розовый, зеленый вижу и голубой. Смотрим с вами дальше. Сюда поступили блюда от Luminarc. Большие, круглые. Из опалового стекла сервировочные. 32 сантиметра в диаметре по 178. Еще очень хвалят вот такой вот набор посуды на 18 предметов. 6 тарелок 19 сантиметров в диаметре. Далее 6 тарелок 23 сантиметра и 6 кружек. Для ежедневного использования, применения самое то. Все очень хвалят. Действительно симпатичный набор в белом цвете он только. Ну а Luminarc очень хороший французский бренд. Опаловое стекло, в принципе, для ежедневного применения. Все хорошо с ним. Никогда нареканий никаких не было. Один набор открыли. Но смотрите, сколько закрытых. 1255. За 18 предметов, по-моему, это супер цены. Мне еще нравятся вот такие вот салатницы. Точнее, как написано на них, это ваза для фруктов.
салатница, да, наверное, большовато будет для салата. 168 рублей, 25 сантиметров в подарочной упаковке. Ну, вот считается коробочка такая. Я бы использовала и как конфетницу, как, знаете, сладости какие-то на стол поставить. Ну, как фруктовница, да, само собой. Замечательно, ни большая, ни маленькая. Прям идеально. Смотрите, снова поступили в продажу кувшины на 1,7 литра по 98 рублей. Они с крышкой, стеклянные. Крышка и ручка пластиковая, но сама чаша вот эта стеклянная. В общем, неплохой вариант. Вижу, что еще один короб стоит. Их не было здесь давно. Снова начали привозить. Были отдельные отзывы, что ручка или отвалилась, или плохо здесь закреплена. Но они... Я считаю, что без брака на любом производстве просто невозможно. Но в целом все отзывы очень хорошие, поэтому присмотритесь. Я вам показывала такую посуду, такие кувшины в другом магазине, что-то за 200 рублей. Говорила, что в Светофоре они намного дешевле. Еще очень хвалят вот такие термоса. Такая стандартная, я бы сказала, модель, все ее, наверное, знают. По 431 рублю на 1,2 литра из нержавейки он. В общем... Никаких нареканий не было, все очень удобно. Смотрите, как мало осталось здесь у нас стаканов по литру. Прозрачные, на донышках только что-то цветное у них, да? По цене посмотрим сейчас вместе. 160 рублей за 6 штук. Разбирают тоже хорошо. В Маяке, в гипермаркете магазина «Светофор» такие стаканы не прозрачные, а именно все полностью цветные. Смотрится, кстати, тоже хорошо, но, наверное, больше на любителя. Что у нас здесь? Здесь у нас цветная посуда стеклянная. Знаете, очень много отзывов писали мне, что облазят такие тарелки. Возможно, разные производители, я думаю, потому что, когда я об этом начала говорить, мне начали все писать, что все хорошо с ними, ничего не облазит. Может быть, брак снова попадается, не знаю. 71 рубль, 20 сантиметров в диаметре. И это город Владимир, производитель. На вид все красиво. Далее у нас вот здесь еще в остатках сервизы, точнее столовые наборы посуды по 1385. Вот один есть в открытом варианте. Ну что-то сходство есть, вот это из этой серии, что и тарелки. Также хвалят, но здесь уже по цвету. Ну смотрите, кто любит светлый, можно брать предыдущий набор. Кто любит темный, вот такой дымчатый можно купить. Здесь на вкус и цвет. Выбор в Светофоре есть. 1113 рублей. Столовый набор «Океан Эклипс». Он называется. На 19 предметов. Производитель «Люминарк». Вот в таких коробах все это дело продается. Здесь и салатники, и тарелки. Ну, в общем, чтобы показать вам подробнее, напомнить. 6 кружек, 6 салатников 19 сантиметров в диаметре. Даже тарелок глубоких. 6 20 сантиметров и один глубокий салатник 20 сантиметров в диаметре. Я считаю, что темный, светлый... Светлый, темный, на любителя. Главное, что есть выбор. Форма от Люминарк. По цене они 323. Это литр 950, 426, 3-литровые. Тоже здорово, что придумали и большие. Многие запекают сразу что-то, крупную какую-то птицу. Ну и маленькие тоже должны быть. Все-таки не сразу все хотят готовить по-крупному, скажем так. Ну, а мы с вами идем дальше, изучая ассортимент, в данном случае по посуде, да? Смотрите, сюда привезли кастрюлю нержавеющую сталь на 5,7 литров, 621 рубль. Я вам уже говорила, что хорошее качество за такие деньги. Конечно, для любителей именно нержавейки. Ну, ковшики на 2 литра с крышкой стеклянной 288. Также это нержавеющая сталь. А здесь у нас набор мисок с крышками. В хозяйстве пригождается отлично. 199,50 на 1,2, на 1,2 и на 3,2. Вот эти вот боксы просто их хвалят с каждым разом все больше. Они настолько замечательные, что их даже порой невозможно открыть. То есть застежки держатся, вот эти вот застежки клипсы хорошо держатся. 202 рубля. Три бокса. Входит в комплект 0,8, 1,5 литра и 2,5. Я думаю, сейчас начнется... сезон шашлыков, и все хорошо их будут разбирать. Смотрите, вот там у нас еще миска дуршлаг на 4,7 литра, пластиковая, 162, тоже здесь есть, стоит высоковато. Так, вот эту не показала вам из стеклокерамики, мне писали, что отлично подойдет она для окрошки, потому что нельзя ее использовать как жаропрочное стекло.
588 рублей. Рядышком у нас набор для чистки одежды. Хорошие валики, 67 рублей за 3 валика и ручку. В принципе, по-моему, бюджетно. И мне еще кто-то писал, что никак до нас не доедут вот такие формы. Возможно, не все ролики мои видели. Прицепилась бумажка. У нас эта форма также есть. Просто я ее показываю не каждым в своем выпуске из магазина «Светофор», потому что не во всех магазинах города нашего она есть. Вот здесь на Димитрово присутствует данный комплект. Называется он поднос с крышкой для холодильника и СВЧ. Убираем десерты в холодильник, накрыв крышкой. В общем, идеально, что можно, конечно, использовать в СВЧ. Такой небольшой подносик. 28, кстати, 4 сантиметра в диаметре. Ну и крышка, само собой, можно использовать и отдельно. Поэтому они в нашем городе есть, друзья мои. Вы переживали некоторые. Так, модуль сменный фильтрующий. Смотрите, рядом с кувшином здесь завезли и поставили. По 155 рублей Аквафор. Это про модули я сейчас говорю. И 176 рублей на 2,8 такой кувшин. Отзывы положительные большинство. Большинство, по крайней мере, так. Так, вот здесь вот у нас ведро мусорное, но мы с вами знаем, как его можно использовать еще на 270 рублей и на 14 литров он. Очень много всегда здесь разных контейнеров, прям можно затариваться хорошо. Что у нас здесь с вами еще? Вешалки всегда, я смотрю, везде есть в продаже. Наверное, недорого, на 5 крючков, 126 рублей. Сделаны они из меди, красивый коричневый оттенок. В продаже все так же есть мебель, например, вешалка напольная по 990 рублей на 5 крючков. Сделана очень хорошо. Если нужна, не сомневайтесь в ней, потому что она не будет... Ну, здесь видно, что не прикручена просто. Качаться она не будет. Посмотрите, какие ножки. Три ножки получается. 1,8 метров. Здесь еще очень удобно, что есть крючки для сумок, например. Ну и наверху так все стандартно, с наконечниками, только в черном цвете. Делает, кстати, Россия. Ну и рядом у нас стоит банкетка, вот эта черная, 1055 рублей. Тоже очень хорошая вещь, знаете, присесть, обуться. Небольшая, так еще есть две дополнительные полки. Очень удобно, кстати. По размерам 440 на 330 на 510 мм с мягким сиденьем и ящиком. Для ключей... Можно сюда что-то, какие-то принадлежности для обуви закинуть. Ну и видно, что она мягкая. Только тоже в черном цвете. Фабрика Ника, производитель. И это российская фабрика. Далее с вами смотрим табурет вязанка по 223, пластиковый в двух цветах. Такой красивый кремовый оттенок и коричневый. Стул Softline с высокой спинкой из эко-кожи. 1046 рублей. Вот он в сером цвете. Сзади стоит в черном. Комплект хлебница с масленкой. Тоже вещь неплохая. 237 рублей стоит. Ну и там внутри еще масленка у нас такого же цвета. Я как-то вам показывала уже в открытом виде. Здесь удобная вещь сушилка под столовые приборы и под посуду. Только, к сожалению, она идет в наборе без подноса. 257 рублей. Так, идем с вами еще посмотрим, что интересного. Корма для животных здесь, конечно, всегда в ассортименте, но большинство отзывов плохих, поэтому я их даже вам не показываю. Если единицы напишут, что животные их кушают, ну а так в большинстве случаев пишут, что даже уличные голодные не кушают. Посмотрим, что вот здесь всегда интересно, как-то много всего. Ковров, конечно, вот такие вот индийские дорожки. Хлопковые коврики по 244, 60 на 140. Смотрите, вот эти хорошо разбирают. Их здесь вообще прям буквально 5 ковров. Но они недорогие. Ценник 557, метр на полтора. Ну, знаете, по материалу как дорожка. Вот он в открытом виде. Сзади как войлочное такое покрытие. Ну и точно дорожка. То есть не пушистая ничего, но за такую цену, за 500 рублей... Коврик там можно и присмотреть. Я все время поражаюсь, как много здесь разных тюлей. 150 на 260 у них единый размер, но настолько разные у них цвета. И детские есть, с какими-то мультяшными героями. Причем с такими, вот, например, кошка Hello Kitty мультик, да?
Ой, какой красивый вот этот. Поблескивает еще немножечко. Красивый такой оттенок, как мешковина. Сапожки детские. Пользуются хорошим спросом. Недорогие, но тепленькие. 563. Это мужские и женские. А вот детские, по-моему, были что-то в этих же пределах. И на девочку, и на мальчика можно найти. Внутри меховушка. Что-то буду вам показывать общим планом, потому что о каждом товаре рассказывала много-много-много раз. Игрушек много. Самосвалы здесь. Вот такой вот набор сейчас актуален зимой. Хоккей. Для малышей, для дошкольников. Здесь, смотрите, тоже появился вот такой зимний наборчик по 227 рублей. Трактора снова в ассортименте. 294 с двумя ковшами. Ну и для деток здесь всегда очень много. Я вижу, что они получили вот такие вот картины с мотивирующими надписями. Их не было здесь. 35 на 45 сантиметров, 192 рубля. Так, не показываю вам в светофоре постельное белье, потому что это все синтетика чистого вида, и в основном ее никто не берет. По крайней мере, пишется именно так. Смотрите, здесь появились светильники небольшие по 146 рублей, светодиодные, влагозащищенные, светит в принципе хорошо, вы писали отзывы. Полотенца разные, разнообразные. Крупная вафля по 45 рублей есть, очень хорошо впитывает воду, если вот на кухне применять, то вообще шикарно. Кальсоны появились мужские, 133 рубля они стоят, в черном цвете, только внизу, на манжете, ну и вот с таким вот держателем. Конечно, они тоненькие такие, прям все светятся, но за 130 рублей, наверное, можно присмотреться. Наверху они полностью на резинке. Размерный ряд указан 48, 50 и 52, возможно, это остатки выложили. Сад-огород здесь тоже в самом разгаре. Смотрите, по 40 рублей. Луковичные в ассортименте лилии, гладиолусы и мелколуковичные цветы. Я хочу сказать, что вам показывала их уже и большинство отзывов. И здесь вы мне пишете, в ТикТоке также мне писали, что очень-очень красивые вырастают гладиолусы. Я была просто поражена. Но могу сказать точно, что ни один человек это написал, поэтому смело берите. Вы только посмотрите, в каком они разнообразии, в каких они цветах. Их не будет, я уверена. Это просто вот выставили, пока все это есть. Про лилии тоже писали. Вообще мне писали про цветы и светофоры, что вырастают очень красивые. Но гладиолусом поражаются просто все. Они очень высокие, очень яркие и сочные. В какой бы цветовой палитре не купили. Поэтому смело вам об этом рассказываю. Приобретайте, пока они есть. По-моему, ценник очень хороший. Получается, 3 луковицы внутри. Ну и их как бы много. Вот красивые еще цветочки. Ну всего лишь тоже, наверное, 3 луковицы. Да. Микс цветочный такой. Здесь также появились набор двусторонних маркеров в сумке на 48 цветов. Отличная вещь, уже проверенная. Все это удобно, что вот в такой вот сумочке, как пенал получается, можно здесь все это и хранить. И стоит 411 рублей. Шампиньоны свежие за 1 килограмм 126 рублей. Производство Россия. Вообще сейчас с вами зашли в холодильник. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Вообще, что нового, интересно. Видела, что вы просили показать, что здесь есть по колбасным на данный момент товарам, продуктам. Сделаю, наверное, отдельный ролик. Ну, а сейчас хочу посмотреть. Ух ты, вижу вот и новиночку. Посмотрите, какие перцы обалденные, большие, красные. 184 рубля. Кстати, ценник хороший. У нас они очень дорого стоят. Также рядышком баклажаны по 230 за килограмм. Ну, а здесь лимоны. Но вижу, они уже подуставшие такие. Но их осталось мало уже в остатках, конечно. Еще хотела вам сказать отзыв вот об этом сале. Белорусское оно называется. По 48 рублей. Знаете,
На удивление, отличный товар, отличный продукт. Прям можно смело покупать, намазывать на хлеб, очень вкусно, с чесночком. В общем, присмотритесь. Мы пробовали просто, и не только нам понравилось. Интересно было, что это такое за новинка, и решили попробовать. Продукт из шпика соленый называется. В составе шпик, соль, чеснок, перец. И все. Попробуйте обязательно, может быть, вам понравится. Здесь в этом кусочке 200 грамм. Ну, мы с вами идем дальше. Вижу, что привезли йогурты с разными вкусами. Яблоко, груша, малина. Два таких, два таких. По цвету видно так, что они разные. И 40 рублей. Без заменителя молочного жира. Цена сразу за 4 штуки, за спайку получается. Смотрю, что в рыбе ассортимент особо у нас что-то сейчас не очень. Сельдь филе в маринаде с маслом. 100 грамм, 196. Вот как ее много стоит здесь. И все. Как-то, наверное, будет завоз, я так предполагаю. Перцы сразу расфасованные есть. Все, друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайки, за комментарии. До новых встреч. Всем пока.